Европейская комиссия опровергла сообщение о том, что ведутся переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник Ви». Об этом заявил представитель комиссии Стефан де Кьерсмакер. Он также подчеркнул, что страны ЕС и Еврокомиссия могут в любой момент принять решение об увеличении числа вакцин, используемых на территории стран Союза. Но таких обсуждений пока никто не вел, и переговоров между представителями ЕС и производителями российской вакцины – не было.